там весь отряд. Если кто-нибудь, сбивая шаг в строю, видел небо, значит, был уже в раю. Значит, все, что было, спишет, если он уже не дышит и не слышит, оставляя брешь в строю. Накрывало всю колонну. За спиной ржавый воздух с кровью лужи, страх внутри и смерть снаружи оставляли безвозвратно за собой. И в конце, как оказалось, все сложилось и сломалось заодно. Только всем, кому досталось, за предельная усталость, все равно от усталости не вспомнить, не забыть. От усталости не смогут убедить, что досталось деревянным. Обмана с этой правдой, как ни странно, дальше жить. Ниже тучи, и второй на крайний случай.